Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать Canon MP235 МФУ, который может печатать, сканировать, картировать. Что же ему нужно для того, чтобы он долго радовал вас беспроблемной, беззбойной работой? Регулярно печатать один раз в 2-3 дня. Когда вставляем бумагу, прижимаем ее вот этими вот штучками, для того, чтобы бумага в принтер заходила ровно. На данном конкретном принтере вот такие вот две, как это сказать, гвоздика два таких были застрявшими и не проходила бумага. Поэтому если у вас проблемы с захватом бумаги, заглядывайте туда в первую очередь внутрь, ищите какие-то посторонние предметы, которые мешают прохождению бумаги, либо внутри. Если криво печатаются изображения, тексты и так далее, вот тут вот лента энкодера, аккуратненько ее чистим от загрязнений. Картриджи заправляются легко и просто. Синий, красный, желтый. Через отверстие вставляем шприц, заливаем чернила. Когда чернила показались сверху, либо снизу, прекращаем заправку и парочку делений чернил забираем назад, чтобы чернила ни снизу, ни сверху не вытекали. Контролируем, чтобы контакты были чистые, и устанавливаем в принтер. В черном картридже, только в центре, отверстие, так как цвет один, заливаем чернила точно так же аналогичным образом, вставляем, контролируем чистоту контактов и печатаем. Регулярная печать можно делать, и не используя компьютер. Делать так, распечатку так называемого теста дюз. Нажимаете кнопку стоп. Смотрите, мигнет сейчас. Раз, мигнуло рядом с треугольничком. И сейчас распечатается тест дюз. Параллельно, пока печатается тест дюз, видите, у нас и color, и black, и черный цветной картридж моргает. То есть здесь уровень слежения за уровнем чернил отключен. Отключается. Тоже кнопкой стоп. Нажимаем ее и держим. Это нужно делать, когда принтер перестал печатать, копировать, сканировать. Нажимаем кнопку стоп, и слежение за уровнем чернил отключается. Также отключается сообщение, вот когда он остановился, не печатает, сообщение выдается на компьютере, что у вас какие-то неправильно установлены картриджи, и фирма Canon не гарантирует качество распечатков, поэтому поменяйте картриджи. Мы, естественно, этого не делаем. Мы только делаем спрос этого картриджа, и все. И продолжаем печатать, игнорируя все эти сообщения. Вот тест дюз, обратите внимание, цветной печатает у нас не очень, черный печатает идеально. Можно попробовать сделать прочистку. Но в данном случае мы уже пробовали делать прочистку, лучше ему не становится. Вот. А вы можете помогать своему принтеру, если он начал плохо печатать. Так, если принтер печатает не очень, как в нашем случае, можно сделать прочистку печатающей головки. Как это делается? Кнопка стоп нажимается и моргает три раза светодиод, и запускается глубокая прочистка. Самое главное перед глубокой прочисткой заправить картриджи, чтобы картриджи обязательно были заправлены, иначе затянет воздух и картриджи выйдут очень быстро из строя. Также картриджи нужно регулярно заправлять, потому что данные картриджи из-за их технологии печати термоструйной очень быстро выходят из строя, если они не заправлены. Всем успехов, пока!